Движение стоп-хам, я вам так скажу. Я даже тут с одним своим приятелем немножечко повздорил. Я считаю, что стоп-хам, хам прежде всего и обнаглевший, это тот, кто клеит эти наклейки. Я знаю, что им выделили, по-моему, даже грант правительства и так далее. Но, да, я согласен с тем, что не нужно парковаться в неположенном месте. Да, это некрасиво, но для этого есть закон, есть административная ответственность, есть штрафы, есть сотрудники ГИБДД. Это факт, это есть. Кто такие эти люди? Группа людей, которые собралась и решили устроить самосуд. Если они могут сами, без каких-либо на то оснований и прав, судить других людей, то есть они клеят вот эти вот наклейки, которые невозможно отодрать, стоп-хам, да? Если они имеют право это делать, почему же тогда они не могут сделать совсем, расправу не начнут? Потому что они так решили. А он не прав, да, он действительно может быть кто-то не прав и действительно может быть заслуживает расправу. Для этого есть закон. А почему я решил, что вот мы собрались и мы решили устроить самосуд? На каком основании? Кто вы такие? Например, я неправильно припаркуюсь. Да, я могу неправильно припарковаться. Да, я могу заехать на тротуар. Ну условно. Но для этого есть штрафы. Понимаете, для этого есть ГИБДД, я за это могу заплатить штраф. Но если ко мне подходят какие-то люди, я не знаю, на каких основаниях, начинают поганить мою машину. Кто они такие? Почему они это делают? Многие скажут, ну нечего парковаться, нечего парковаться, я не спорю. Но для этого, еще раз говорю, есть закон и административные там всякие эти истории. Кто эти люди? Сегодня они клеят наклейки, завтра они начнут кого-то избивать или отрубать пальцы. Потому что они так решили. Я считаю, что это неправильно. И вот, например, я видел... Вот представьте себе. Вот я видел видеозапись на Ютубе про нашего великого олимпийского чемпиона Немов. Вы видели, да? И вот вы думаете, что в этой ситуации... Мне говорят, ой, Немов попал в такую ситуацию. Да после этого, я не знаю, их вообще эту организацию просто уничтожить нужно. Великий олимпийский чемпион позорится из-за реальной, из-за хамства, не того, что он хам. А из-за хамства вот этих вот и произвола этих людей. Великий русский чемпион, они его доводят просто. Я это видел. Они раз к нему подошли, он там попросил, интеллигентно, они налепили наклейку. И когда второй день к нему подходят эти люди, он выходит, он не выдерживает, он там толкает, его начинает чуть ли не бить. Но это, на мой взгляд, это возмутительно. И я категорически против этого движения «Стоп хам». Я считаю, что прежде всего это они хамы, это произвол. И этого делать нельзя. Ну, то есть, вот их закрыли, и вообще и они должны нести какую-то ответственность за это. Потому что, еще раз говорю, есть закон, есть административные всякие там правила. Вот. Почему эти люди решили, что они могут заняться самопроизволом, я не знаю.